да, и в стране, и в команде было все как бы нестабильно. Тем более Мирон Богданович написал заявление, которое тоже как бы так не все ребята поняли, которые особенно там долго с ним работали, там 8-7 лет. Так, чуть-чуть обиделись, может, где-то. И не все же играли на сборах, там полноценные игры. Ну, так, такой же старт получился. Как в каком состоянии были эмоционально, так и играли. Не, ну, у меня не было. Ну, Гомес так и сделал, в принципе, на месяц уехал. Как бы, ну, переживают они за свою семью, это можно их тоже понять, в принципе. У меня не было такого, чтобы там куда-то уезжать, потому что, как бы, я знаю, что здесь все живут, и люди тоже, как бы, это все же люди не выйдут с города, то есть надо держаться все вместе. Ну, может быть, и чуть-чуть понадобилось, потому что он более общительный, всегда общается с ребятами, там, и все время в тренировочном процессе, то есть, ну, надо было перестроиться, может, где-то чуть-чуть. Ну, привыкли, сейчас как бы относимся как к главному тренеру. Ну, я думаю, что больше закладываюсь у болельщиков и у специалистов, потому что нас списали, по-моему, все только кто мог. И критиковали там, и, ну, то есть, как по мне, то игры были нормальные, и мы потихоньку подходили к нормальной форме. Даже с тем же «Динамо» на выезде могли зацепиться там. Где-то чуть, может, не повезло. То есть мы набирали форму постепенно, сыгрался состав, и оно потом дало свои плоды. Если говорить там конкретно по Гаверле, то как бы незасчитанный гол, я думаю, повлиял на, ну, на ход поединка. И как бы забили его, чистый гол, 2-1, и все было по-другому могло сложиться. Игры же с «Шахтером» тяжело что-то ссать, потому что 2-0 выигрывали, как бы контролировали игру. «Шахта» ничего не могла сделать, но потом что-то раз-два за 2 минуты 2 гола, и все поменялось. С «Динамом» же, особенно дома, вообще ничего не получилось на кубок. Хотя тоже забивали мячи, но очень много пропускали в обороне. Ну, я считаю, что это, может, где-то несыгранность, неуверенность, потому что на сборах мало играли таким составом. Когда все хорошо, то тогда проще играть, но когда все плохо и проявили характер, и были игры, которые там вырывали, как с тем же «Днепром», то есть за счет чего? Я думаю, за счет лидерских качеств тоже Себы, Бланка и Гомес хорошо играл, Хавьер очень, ну, как бы лидеры команды те же остались, что и были, они никуда как бы не уходили, там ушел Марко, да, но ну, он тоже много для команды сделал, но центр поля, я думаю, самое важное звено в «Металлисте». Пережили и сыгрались, и психологически стали сильнее, и почувствовали уверенность, и как бы и пошла игра. То, что не шло, и не все получалось, потому что на сборах ни одной игры не сыграл, как бы, только на замену выходил. И осенью тоже не играл в составе. То есть тяжело, когда ты полгода не играешь там по 90 минут, и сейчас надо выходить и сразу с первой игры. Ну, может, и бывает такого-то такое, но тяжело. Я сам чувствовал, что не все получается. И, в принципе, ребята поддерживали, но ну, все хорошо, что хорошо заканчивается. Ну, давило больше, наверное, болельщики, потому что когда меня тут на кубок меняли, там, с «Динамо», ну, то есть весь стадион свистал, я понимал, что ну, плохо сыграл. Я сам я по себе понимал, что плохо сыграл. Но как бы с этим переборол себя, справился, работал, не останавливался ни на секунду. Может быть, и они чуть как бы более начали мне доверять, потому что они чувствовали, что я не забиваю, и где-то не отдавали там передачи на подсознание, сами лучше пробить, там такое. А когда уже видели, что там можешь забить, они уже тебя ищут и стараются вывести, и как бы сыгрываешься, и тогда уже стало легче. На две игры там Владимир меня не поставил, то есть, может, где-то оно тоже дало свой всплеск эмоций, где-то как бы сам себя понимаешь, что надо еще больше работать, чтобы доказать, что ты можешь, что ты, ну, как бы, все же понимают, и я сам понимаю, что я могу забивать голы и могу приносить пользу команде.
Если брать там начало весны, да, то может и не рассчитывал, что там столько там забью, там этих пару голов там принесу результат. А если сейчас уже анализировать, то в последних там 3-4 играх было еще 4-5 моментов, в которых мог как бы забить мяч. Но где-то не получилось, где-то не повезло, там штанги попал. Ну, в принципе, нормальный результат, я считаю. Из 20 игр я, наверное, игр только 8 или 7 сыграл в основе, потому что осенью выходил там по 5-10 минут, но они тоже считаются играми. Сейчас на данном этапе это игра с черноморцем, потому что как бы, может, где-то неправильное решение им принял, потому что ну, там долю секунды, конечно, пригадать сложно, мяч куда отлетит. Но момент был хороший, как бы перебросил, все. Я уже просто думал, что мяч в сетку летит, потому так бежал рядом, можно сказать. Но ошибся, надо было бежать как-то по-другому. Вот этот момент пока тяжело, что не могу забыть. Ну, даже и когда не играл, я был не разочарован, потому что здесь, во-первых, сам коллектив, что в клубе, что администрация, что как бы, ну, все структуры клуба, ну, намного выше уровня, чем в тех командах, что я был. То есть, на порядок, потому что все делают для команды общее дело. Не то, что там один критикует, другой рассказывает что-то, там, третий учит играть в футбол, то, ну, короче, каждый занимается своим делом, так и как, ну, должно быть. Ну, я думаю, Клейтон, Гомес и Себа. Ну, защитники вторую часть тоже как бы играли уже надежно, но я думаю, что эти игроки выделялись все равно. С семьей своей, с родителями, с женой, с моими, там едем в Египет на 10 дней, а потом с женой там в Барселону на 4 дня, 4-5 дней. И все, и начинать готовиться к новому сезону. Я думаю, что в первую очередь надо хорошо подготовиться. Ну, чтобы хорошо подготовиться, надо хорошо отдохнуть. То есть хорошо отдохнем, тогда будет с новыми желаниями, с новыми силами будешь тренироваться и все. Поработаем хорошо на сборах и ставить только максимальные цели. Будем надеяться, что в следующем году все наладится и что смогут следующий, ну, весь год ходить на стадион уже, чтобы будет все спокойно в стране и в городе. И будем надеяться на лучшее, чтобы положение в стране.